Сочинцы нередко видят в составе патрульной полицейской группы представителей казачества. Сейчас, когда силовой блок Сочи задействован в работе по подготовке города к зимним играм, сочинских казаков просят активизироваться, чтобы они следили за порядком в спальных районах Сочи. Все дома, дворы приводим в порядок, тротуары и все остальное. Это является собственностью муниципалитета. Нам очень важно, чтобы это все сохранялось. Сегодня сделаем подземный переход, его сразу же изрисовали. Значит, сегодня только дворы привели в порядок или дома, обязательно графитчики появятся. На ремонт домов и территории вокруг тратятся большие средства. Допустить, чтобы это в ближайшее время было просто уничтожено, нельзя. На предложение мэра города казаки отреагировали положительно и согласились помочь Сочи. Для этого казачество будет совершать определенные методы и применять меры убеждения и принуждения. Ну, конечно, в составе наряда, где будет старший полицейский, а казачество будет выполнять структуру охраны общественного порядка. На встрече присутствовал атаман Черноморского округа Сергей Сивотин. Он поблагодарил сочинских казаков за отличное участие в недавних учениях и заявил, что в период проведения в Сочи Олимпиады на помощь сочинским казакам прибудет более 400 казаков края. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.